Да, вот так выглядит ЖК Ильминский 17 в земле с Пяловской улицы. Пойду подойду поближе. Из окна наблюдаю в данное время. Снимаю строительство возведения 5-го корпуса. Вот он, 5-й корпус. Вот так выглядит поближе к земле. Сейчас подойду я еще ближе и зайду в офис продаж, если они еще работают. Вот там офис продаж у них. Так, пойду я. Да, поснимаю поближе. Да, эти новостройки, эти 6 домов. ЖК Ильминский 17. Вот я и подошла поближе. Пяловская улица. Ах, когда я была, здесь не было 5-го корпуса. Вот он, 5-й, который я снимаю из окна. Ах, как быстро строят. Ах, как он быстро. Да. Когда я гуляла зимой. Сейчас я с земли поснимаю, как строят. Вот он, 4-й корпус. Внутренние работы. А вот те дома уже. Ну, вот этот 2-й. Беленький, он уже готов. Я прочитала. 3-й на стадии близкие. К окончанию. Ну, там 4-й внутренней работы. Еще много работы. А еще фасадом занимаются. Пока еще фасадные работы не закончены на 4-м корпусе. Да. Работа. Вот 4-й корпус. Да, с земли тоже хорошо смотрится. И вот 5-й. Посередине 5-го. Очень быстро строят. Вот я снимаю с окна. Прям не по дням, а по часам. Проезд. Вот он. С двумя новостройками. Здесь 17, здесь 14. Ильминский проезд. С Дмитровского шоссе. Поворачивает на Ильминский проезд. С Дмитровского шоссе. Вот. Останки искателей башни. Хорошо видно. Близко останки. Там станция метро Селигерская. Совсем близко. 5 минут. От этого места. Ах, какая громадина. Вот эти дома Селигер-Сити. Да, дом Репин. Ну, работа еще там. Вот тут все. Надо к нему тоже подойти поближе. Снимать. Но там еще много работы. Видно, что много работы.
здесь работает тут быстрее. Вот, как перекрыли здесь. Ах, какое здесь движение. Ну, здесь и было движение большое, а сейчас еще. Но здесь живые дома. Здесь люди уже живут, будут жить. И здесь тоже через пару лет. Так, пойдемте посмотрим. ЖК Ивинский, 17. А вот и шестой дом. Строится. Вот он, шестой дом. Всего 6. Шестой мне не виден из окна. Вот как он выглядит. Поменьше, чем построенный, чем на этаже. Ну, вот такой будет. Всего 6. Это шестой. Когда я была здесь, а когда я здесь была, здесь ни пятого, ни шестого еще не было видно. Вообще не было. Они были на стадии фундамента. А сейчас уже. А первый том вот этот. Вот первый серенький. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да. Да, с этой стороны виднее. Какое-то отдаление. Ах, вот он, пятый корпус. За которым я наблюдаю из окна. Такие они одинаковые. Четвертый. Внутренняя работа. Там сельдер сидит. Снимаю с Пяловской улицы. Давайте еще дальше пройдем. Как интересно. Дальше, дальше пройду. Вот одинаковые коробочки. 6 штук. 6 домов. Ну, квартиры здесь неплохие. Дом эконом-класса. Комфорт-класс. Ну, не бизнес-класса. Там дома еще комфортнее. Ну, и подешевле вроде. Да, вот коробки и коробки. Ну, такие коробки старые теперь строят по всей Москве. И там коробка, коробки по голландскому проекту. Здесь наши архитекторы. Да. Давайте посмотрим.
Сервопик строит эти дома, свой герб. Нет, не Ильменский 17. А Сервопик-сити, не знаю, кто строит. Да, очень интересно. Да, пойдемте дальше. Видите, закончили работу, я что, опять опоздала? Вот, в офис продаж. Придется в другой раз приходить. Вот он, пятый корпус. Ленинский 17. А это корпус 4, который я тоже снимала много. Вот так он выглядит. Плиты уже с окнами. Уже с окнами. Давайте заглянем в окно. Возишь-то лучше или что? Не помню. Со стеклом плиты не вставляют, как раньше. Уже блоки с окнами. Да, очень интересно. Давайте еще пройдем. Ой, дальше грузы едут. Сейчас налево поверну. Там погрузочный, разгрузочный терминал. Ну, поворачивать. Вот так они ездят круглосуточно. Вот эти машины. Вот. Здесь строится по адресу Ильменский проезд. Владение 17. И здесь ЖК Ильменский 17. Расходится в районе Западной Егорной. Вот шестой корпус. Всего 6 домов. Да, я еще подойду. Скоро уже возведут этот пятый. Надо мне будет посмотреть. Зафиксировать все этажи к этому времени. Этот тоже возведут или почти возведут. Да, я приду еще. И в офис продаж пойду в другой раз. Вот он здесь. Здесь в другой раз. Потом пройду я по улице Пяловской дальше. До улицы Ивана Сусанина. То, что ли? Но в другой раз. Сейчас уже поздно. Вот люди идут, уже закончились. Смена закончилась.
пересменка вроде получается. Хотя работа здесь не прекращается даже ночью. Вот я смотрю из окна. И ночью работают. Посмотрим поближе. Земли. Как экран. Вот он как выглядит. Поближе. Рассмотреть. Работает. Чат-то момент работает. И этот кран работает на 5-м корпусе. Да? Или пересменка у них здесь. Одни люди уходят, другие приходят. Но работают круглосуточно. Редко когда они не работают по воскресеньям. Вот здесь 5-й корпус, который мне виден и который я снимаю в настоящее время. Вот так оно выглядит. А что, хорошо выглядит. Такой белый, светлый, пестренький фасад у него. Красивее, чем вот тот серый, 4-й. Тоже пестренький, но серый. Но хорошо, что не черный. Да? Да. Вот здесь я сейчас снимаю. Давайте еще вот здесь посмотрим. Да. Но когда я была, не было видно ни 5-го, ни 6-го. Вот сейчас вот такой вид. Давайте еще немножко пройдем. Что-то здесь забросились, возведение гаражей. Гаражи, да, приостановили. Это напротив. Уже появился 6-й дом. Так выглядит 5-й. Ах, какое движение. Так, давайте еще немножко пройдем. Снимаем сбоку. Вот офис продаж и в Минске 17. Офис продаж. Потом придем в следующий раз. Я сейчас на этом закончу на сегодня. Вижу 6-й корпус, 6-й дом. Вот он. И 5-й. Вот он. С которым я наблюдаю из окна. И буду наблюдать до полного возведения под крышу. Осталось всего ничего.
Немножко. Очень быстро строят. Этот щека очень быстро. Да. Ладно, продолжу я в другой раз. Еще приду, еще поснимаю. А сейчас я увидела, что хотела. Все 6 домов уже видны. Какие-то уже построены. Но еще ни один не готов к сдаче. Первые 2 дома, первый и второй корпуса будут сдаваться в декабре 2021 года, то есть в следующем году. А потом и остальные 4. Да, работы идут с полным ходом. Вот, давайте посмотрим. А, все. На 6-й корпус поднимается плита. Да, наблюдаю же с земли, уже не из окна. А как интересно. Вот, плиту везут. А вот сейчас мы посмотрим. Вот, 6-й корпус, 6-й дом. Мы видим, как наблюдаем за фасадными работами. Сейчас увидим, как этот фрагмент стены поставит на нужное место. Вот так это происходит. Человека работает, ставят.
обеих сторон. Да, вот так. Это делается не быстрый процесс. Все проверяют, вымеряют, подгоняют. Поставят сейчас. Да, интересно ставится плита внешняя. Медленно. Какие-то подпорки, да. Да, поставили. Да, значит, поставили. Давайте сравним с нижней.
Да, не быстрый процесс. Будет поставлено, когда отцепят вот от тросов, тогда все. Плита установлена. Да, как не быстро. Да. Кран держит пока плиту. Нет, мне не достаться. Может быть, рядом еще кто-то что-то плетет. Но нет. Они отцепляют, и потом уже за другой. Вот, наблюдаю процесс. Стоят внешне. Да, что-то никак не поставил. Да, посередине 6-го корпуса. Там 17. Нет, не дождаться мне. Вот кран работает, который на 5-м корпусе. Ой, а здесь все ездят больше грузы. А здесь стоят большие грузы. В таких цемент привозят. В таких машинах. Ах, да. Ну, больше ждать я не буду. Хоть и интересно. Вот, смотрю, огромный. Да, тщательно проверяется. И это хорошо. Вот еще машины подвозят. Плиты, да? Да. Да, работа полным ходом. На Ильинском 17. Надо здесь сделать фото, пока не стемнело.
Да, что-то не так с этой плитой. Не буду его ждать, когда его установят. Ну, понаблюдала уже хорошо. Пойду обратно. Да, вот так. Здесь еще приду. В офис продаж приду. Сейчас уже закрыто. Ну, в другой раз я еще буду гулять. И не один раз. Убирают эту плиту. Да. Шестой корпус. ЖК Ильинский, 17-й. Шестой корпус. Пятый корпус. Видимо, мне. Четвертый. Все шесть домов в работе. Ну что ж, хорошо. А вот это, здесь корпус дома, дома Репин. Вот здесь. Да, а здесь Ильинский, 17. Все, пойдемте обратно. Приду еще. Пятерская улица. На новостройке на Ильинском, 14-17. Я сейчас снимаю ЖК Ильинский, 17. Вот это место. Вот так. И здесь сегодня 16 сентября 2020 года. Пятый возводится сейчас корпус. И шестой. Все остальные уже возведены. Другие работы ведутся. Отделочные. Внутренние работы. Шестой и пятый. Сейчас два корпуса возводятся. Ах, вот. Давайте посмотрим. Надпись эту красивую. Ильинский, 17. Вот она. Ильинский, 17. Вот так с улицы видно. Красиво. Тоже красиво. И издалека красиво. Придумали же. Хорошо придумали. Сами себя рекламируют. Вот это полная надпись. Вот она вся. Ильинский, 17. ЖК Ильинский, 17. Молодцы, что так сделали. Это привлекательно. Пятый корпус. Увидела близко. Ах, как внушает. Внушительно выглядит. Ой, я смотрю, голову подняв высоко.
тоже они возводят сейчас с другой стороны. Да, пятый корпус. И шестой корпус. ЖК Ильинский 17. Вовсю строится. Быстро. Да, ну все, пойду обратно. Еще на хату поснимаю. Еще приду, но скорее всего уже в то время, когда эти дома уже будут возведены до крыши, построены. И шестой, и пятый корпуса. Немножко осталось. Да. Шестой, пятый разводится. Ну что ж, хорошо. Давай, тут что-то вижу. Да. Работы вовсю. Активно ведутся. И днем, и ночью. Вот свет включили. Вот так он смотрится. Прожекторами освещается. Мощными. Это с терминала едет машина. Вот оттуда. В следующий раз я пройду там поближе. Поснимать надо обязательно. А здесь машина стройматериал везет. Да, ну все, больше не буду я ждать. Стоять. Руки работают, не буду отвлекать, но, да, пойду дальше, вот так здесь, на строительстве жилого комплекса и Минский 17, сегодня 16 сентября 2020 года. Интересно. Да, хорошо. Здесь в районе Люди Гунина разводятся эти новые дома. В районе Западной Люди Гунина. На севере города Москвы, кстати. Все, пойду. Даже как-то прохладно. И руки мои загремели. Все, пошли. Насмотрелась на сегодня. Пойду до следующего раза. Да, передумали эту часть плиты. Эту часть стены устанавливали. Что-то пошло не так. Не ту взяли, доставили. Ладно, не буду ждать. Пойду. Да, очень интересно наблюдать. Вот здесь моста. Так вот он здесь. Вам
Да, ЖК Ильинский, 17, возводится здесь. Все, не буду ждать. Как-то с этой частью передумали. Уехал. Не в том месте стали делать. А, ладно, это все делают как надо. Люди стараются. Да, все. Приду в другой раз. А, включили освещение вечернее ночное. И настройку. Включился свет. Давайте посмотрим. Вот он, шестой дом, поглядывает. Вот он, кран красивый. Вот он, пятый корпус, который я вижу из окна. Вот так он выглядит с земли. Да. Первый вижу, третий, четвертый, пятый и шестой. Второй белый, белого цвета там, за этим домом не видно. Да, всего шесть. Сейчас вот так выглядят они. Сегодня 16 сентября 2020 года. Вот на этой стадии сейчас возведение. Возводится 5-6, все остальное уже с крышей, с внутренней работы. Здесь пока возводятся два корпуса, пятый и шестой. Ах, как выглядит интересно. Я стою, запрокинув голову, аж голова немножко кружится. Да, ну все, на этом я заканчиваю, пожалуй. Немного не снимаю. Снимала сейчас. Еще приду. Тогда и в офис продаж зайду. Да, ну все. На сегодня хватит. Достаточно. ЖК Ильинский, 17. Полюбовалась. Посмотрела поближе. Из земли. Спяловская улица. Да, все. Приду и попозже еще. Еще полюбуюсь. Снимаю. Запечатлю.